И еще одна новость. Так как теперь нужен человек, который все-таки ототрет вот это вот все, мы с Ксенией Пархоменко подумали, что нам нужен ответственный человек, то бишь старший. И поэтому в нашем отделе теперь будет старший стратег, которым я назначаю неожиданно для всех Настю Хорок. Вот. Но, наверное, через какое-то время. А пока, Макс, это ты.